Namaste. Hello, my dears and my wonderful subscribers. Welcome. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная жена Арчена. Здравствуйте. Арчена – это ясновидящая из Индии. Арчена – это человек, который путем глубоких медитаций получает для нас божественные послания на самые важные события, которые происходят в современности, и делится этими посланиями с нами. Арчена сейчас очень занята работой со своими индивидуальными заказчиками, заказчицами, своей диагностикой их судьбы, своими предсказаниями того, что у них может произойти, исцелением их. Но с нами она сегодня тоже будет присутствовать, ее будет много, она будет очень красивой, так что будем наслаждаться вместе. Я решил дать вам возможность немножко отдохнуть от предсказаний, от политики, от серьезных тем. Давайте я вас порадую немножко просто красотой. Я покажу вам сегодня видеоклип, в котором 10 лет назад снималась тогда еще совсем юная Арчена, но она и сейчас очень молода, но тогда она была просто-таки еще юная. У Арчены колоссальное актерское дарование. Это ее талант, который, конечно же, рвался на то, чтобы выразиться, но в Индии не было ни одного шанса у нее выразиться, поскольку, во-первых, в Индии вся эта индустрия Болливуда, она замешана на грязи, на всякой вот этой мерзости, на том, что спят друг с другом, и это Арчена, конечно, с ее благородной, с ее божественной природой никогда бы пойти не могла, поэтому в Индии для нее карьера была закрыта именно по этой причине, потому что предложений у нее было множество, просто множество, но каждый раз оно заканчивалось требованием спать либо с режиссером, либо с продюсером. Это, конечно, совершенно не то, на что она готова была пойти, даже ради реализации своего таланта, даже будучи юной. Никогда не соглашайтесь на такие вещи, никогда не идите на сделки такие со своей совестью и со своим телом в том числе. Потом для нее открылось неожиданное окно реализации в России. Правда, оно было небольшим и недолгим, но один опыт состоялся прекрасный. Это были съемки в Санкт-Петербурге, съемки видеоклипа для группы Triangle Sun. Но тут надо рассказать саму предысторию, потому что сама предыстория, она очень интересная. Мы тогда с Арченой, это был наш первый год, 2011, первое наше лето в России. Первое лето в новой стране – это всегда влюбленность, это всегда очарование. Арчена была просто потрясена красотой России. Арчена была влюблена в Россию с первого шага вот по российской земле. Она почувствовала особую, могучую энергию этой земли, такую невероятную мощь. И Арчена наслаждалась все это лето вместе со мной. Я дарил ей эти путешествия, все было очень-очень красиво. И однажды на таком одном красивом очень мероприятии с ней познакомилась режиссер, которая снимала и снимает, наверное, сейчас, и устраивает различные концерты, различные праздники, различные большие такие именно какие-то события. Ее супруг, вернее, бойфренд, он известный продюсер, он был одним из тех людей, главных людей, который раскрутил в свое время группу «Тату». Она, его женщина, она театральный режиссер серьезный. В общем, они влюбились в Арчену, и они захотели сделать с ней какой-то проект, очень захотели. Но нам тогда надо было улетать. У Арчены была тогда еще виза, не вид на жительство, как сейчас, а виза в Россию. И виза заканчивалась, нам надо было улетать. Что же делать? Придумали сложнейшую комбинацию. Придумали, что мы улетаем в Индию, там снова подаем на визу. Для этого из Гуамы летим в Мумбаи, в большой город. Там снова сразу же подаем Арчене на визу. И там же делаем огромные закупки реквизита для съемок видео в Санкт-Петербурге. Видео, которое должно быть называться «100% Болливуд». Идея
авторов состояла в том, чтобы снять клип по мотивам Анны Карениной. Но это должна быть такая Анна Каренина, которую снял индийский Болливуд как будто. То есть, понимаете, да, вот с танцами, с песнями, с плясками, вот такая Анна Каренина. Для этого нужна обязательно индийская массовка. А где взять в Санкт-Петербурге индийскую массовку и индийскую одежду? Ее взять негде. Тогда, по крайней мере, было точно негде. И поэтому пришлось мне вместе с Арченой лететь сначала в Гоа. Из Гоа, из дома, который мы арендовали, мы снова улетели в Мумбаи, остановились там на несколько дней в этом грязном, вонючем городе. И лазили с ней по различным магазинам, базарам. Арчена, конечно, была только в роли выбирающей. Я таскал все и, в общем, собирал это все я. И в результате вот таких два большущих чемодана с реквизитом, с различными бусами, шапками, шарфами, шервани, платьями, сари, все вот это вот все в огромных двух чемоданах я тащил, плюс наши два чемодана, с которыми мы путешествуем. Вот так я, в общем, два я упаковал в один, в общем, с тремя огромными чемоданами, плюс с дорожными сумками. Мы прилетели сначала в Москву. А потом из Москвы на Сапсане быстро, значит, со всеми этими сумками мы домчали в Санкт-Петербург. Это уже было второе путешествие Арчены в Санкт-Петербург. До этого мы были в июне, когда были белые ночи. Это была любовь просто Арчены, самая, наверное, большая любовь к какому-либо городу или какой-либо на земле территории вообще за всю ее жизнь. Потому что я видел, как Арчена, идя по улицам Санкт-Петербурга, она просто плакала, она останавливалась и говорит: «Боже мой, неужели люди способны создать такую красоту? Неужели это возможно?» И она действительно плакала. Это было потрясающе. И вот она уже прилетела в свой любимый город, причем, как у многих иностранцев, у нее была иллюзия, что раз погода была такая в июне, то она такая же должна быть, наверное, всегда. Но в середине сентября погода была уже совсем другой. Мечта Арчены жить в этом городе была сразу аннулирована. Вот. Тем не менее, любовь к красоте его, конечно, оставалась. И съемки этого видеоклипа группы Triangle Sun, они происходили в здании, расположенном прямо рядом с Эрмитажем. Вот Эрмитаж и справа от него здание. Вот там различные события происходили. И в этот день он был весь этот особняк арендован вот под съемки этого видеоклипа. Арчена, конечно, получила роль Анны Карениной, а кому давать роль Вронского? Но тут опять пришлось задействовать мои возможности организационные. Я быстро продумал обо всех своих знакомых, друзьях, знакомых. Вспомнил о замечательном музыканте, теперь он преподаватель йоги, к тому же, по имени Анил. Он давно уже живет в Москве, он родом из Дели, прекрасно владеет русским языком. Я предложил Анилу выступить в роли режиссера этого видеоклипа. Такая была там роль. На роль Вронского нашли актера индийского, который каким-то чудом оказался при Ленфильме в массовке. Действительно красавец индиец. А для танцев, для индийских танцев на заднем плане, я каким-то чудом отыскал в Санкт-Петербурге девушек, у них большая группа, и они занимаются индийскими танцами, причем не классическими индийскими танцами, а именно болливудскими. Это совсем другое. Болливуд и классика – это две абсолютно разные стихии. Тем не менее, для вот этого видеоклипа нужен был именно болливудский стиль, и они нашлись. В общем, в итоге все срослось. Я тоже участвовал в этом видеоклипе. Я был в красивом таком индийском наряде, как настоящий махараджа.
Правда, режиссеры в конечном итоге вырезали меня из этого видеоклипа, потому что, видать, ревность, которая обуревала их, не позволила им меня туда вставить. Дело в том, что они сами были влюблены очень в Арчену, эта пара, и, наверное, по этой причине меня решили вырезать. Но главное, клип получился очень красивый, и он заслуживает того, чтобы сейчас мы все посмотрели на это чудо. Я приглашаю вас теперь к просмотру. Я надеюсь, клип вас впечатлил. Это божественной красоты Арчена порадовала вас, потрясла вас. Пожалуйста, напишите ваши впечатления в комментариях. Напишите также то, что еще вы хотели бы увидеть помимо предсказаний, помимо ясновидения от нас
в комментариях напишите, нам это будет очень интересно. Sending you all many blessings and many love. Посылаю вам много благословений и любви. Пожалуйста, напишите в комментариях все, что вы думаете об этом. Пожалуйста, поставьте ваш лайк, подписывайтесь на наш канал и не забудьте поделиться этим видео в социальных сетях. До новых встреч на наших видео!